Всем привет! На связи Дмитрий Урсул. Добро пожаловать на серию курсов «Просто о сложном», в которой мы поговорим о всех видах обработки звука. На протяжении 4 серий мы изучим теоретические основы каждого вида обработки звука, а именно частотной, динамической, пространственной и модуляционной обработки. Да, всего 4 категории. И все то многообразие плагинов и эффектов, присутствующих сегодня на рынке, можно отнести так или иначе к одной или нескольким из них. Поняв основные принципы каждой из этих обработок, ваше знакомство с новыми плагинами в дальнейшем будет проходить гораздо быстрее и продуктивнее, так как вы сразу будете представлять, чего ожидать от того или иного эффекта, и сможете по достоинству оценить все его функции, а при возникновении конкретной задачи при работе над композицией, без каких-либо сложностей сможете выбрать тот эффект, который поможет ее решить. Серия курсов «Просто о сложном» была разработана специально для того, чтобы закрыть все пробелы в теоретических знаниях о том, как работать со звуком у начинающих звукорежиссеров и саунд-продюсеров. В данных курсах внимание будет уделено в первую очередь теоретическим основам, изучив которые, вы перестанете машинально повторять чьи-то действия, перебирать тысячи пресетов в надежде добиться нужного результата, абсолютно самостоятельно сможете создавать идеальную звуковую картину в своих работах, отдавая полный отчет своим действиям. В данном выпуске мы разберем с вами третий вид обработки звука – пространственный, а именно поговорим о таких приборах, как ревербераторы и дилеи. Мы рассмотрим их типы, основные параметры настройки, а также применение на практике. Ну что ж, давайте начнем прямо сейчас.